мне однозначно понравилась организация организация таких мероприятий именно в Японии. Они действительно проходят на очень большом уровне, и участвовать действительно в вашей организации. Но у нас в Украине очень большая проблема в том, чтобы тренироваться с девочками. А это для нас, для развития, это очень важно. И если есть такая возможность, то мы, естественно, этим пользуемся. И я бы была рада потренироваться с Реной, может, либо какому-то, когда будем готовиться к какому-то предстоящему бою и так далее. Я думаю, это было бы полезно для нее и для меня. もちろんです。私自身もレナさんと一緒に例えばトレーニングができるならば最高だと思います。申し上げるとすると、ウクライナに関して言うならば、特に女子選手、格闘家の女子選手はですね、いわゆる練習をする相手というものを探すのが非常に難しいのです。ですから今そのレナさんからのご提案を聞いて、私はもしそんな可能性があるならば、そして機会があるならば、もう喜んで一緒にトレーニングを積みたいと思っています。それは彼女にとっても、また私にとっても非常に有益なことだと思います。ありがとうございました。